Сейчас давайте перейдем к следующей теме. Следующая тема у нас такая важная. Это тема «Апокалипсиса». Зависимость константных связей от масштаба перенормировки, то есть от энергии процессов, которые в константные связи входят, от диаграммы описания которых константы входят. Для этого мы будем сначала делать достаточно абстрактные вещи, а именно вычислять бета-функцию. То есть бета-функция это есть. Что это такое? Это есть логарифм мю от логарифма То есть наша константа связи, она оказывается бегущей. Да? В каком смысле она оказывается бегущей, сейчас мы это попробуем прояснить. То есть она будет зависеть от некого энергетического масштаба, и эту зависимость определяет уравнение. То есть решив это уравнение, мы найдем эту зависимость. С другой стороны, левая часть этого уравнения, она может быть вычислена на диаграммном уровне. То есть можно с помощью диаграммы ее вычислить, скажем, вот это кривое приближение. То есть мы вот это кривое приближение. Она поможет только если константа связи ниже единицы. Мы это предполагаем, да? Ну конечно, мы предполагаем малость константы связи. В каком-то смысле мы ответ, который мы получим, мы видим, что действительно при достаточно больших масштабах она будет малой. То есть мы качественное поведение ее отсюда получим. То есть картина окажется самосогласованной. Как мы ее будем вычислять? Фактически вычисление этой константы сводится к вычислению констант перенормировки для полей и вершин, которые у нас есть в Лагранжиане КХД. То есть у нас, например, есть поля кварков и антикварков. В Лагранжиан КХД входит так называемое голое поле. Да? Голое поле. А голое поле есть константа Z2. И нормированное поле. Аналогично нормированное поле. Голое поле. Голое это именно то, которое входит в первоначальную Лагранжианку КХД. То, что мы до этого писали, у нас входили в голые поля. Это есть константа Z3. То есть общая идеология записи таких тождеств, в левой части стоят голые константы, которые голые поля, либо голые функции Грива, либо голые константы, которые не зависят от μ. Да? В правой части стоит перенормированная величина на некий множитель, да, который называется константа для перенормировки. Точно так же, если у вас есть духово поле, какой мы в этот смысл вкладываем? Вот у нас есть первоначальный вот,
Я несколько членов напишу. Там 7, 2, 0, 0, 0, 0, 0, а, квадратик и так далее. Мы просто так, торжественно переписываем эти макрограммы. Переписываем через вот эти выражения. Считаю, что у меня Z2, это есть единичка плюс Z2. Z2 от минуса называется контрчленом. Более пси. Соответственно, Z3 это есть единица плюс Z3 от минуса. Zc. Z2c, единица плюс Z2c от минуса. Кроме полей у нас есть еще, кроме непосредственно полей, мы можем еще перенормировать целые функции Грина, как целое. Да? То есть писать, что давайте так, я вот эту другую вот хочу чуть подробнее здесь. Константы перегравировки. Дальше мы можем константы перегравировки определить отдельно для целых функций Грина. Да? Вот, например, я смотрю на мой Лагранжан, смотрю, какой у меня есть оператор здесь. Вот у меня есть оператор, есть пси, а пси, нулевой. Да? Я могу сказать, что уже ноль. Вот такая функция Грина, это есть константа, ее обозначает z1 от μ на тот же самый оператор, только определенный полет. Минус СА, Г, Мин, Г,
делю АВ на СВ, да? Такое выражение, которое я духового члена здесь понятия перенормировал, да? Все. Но в частности, вершина, духовая вершина у нас будет выглядеть каким образом? Это будет демиум С А с чертой, да? А мю С нулевое С нулевое Б Ж Ф А Б С. Вот отсюда сходный приход, да? Вот таким образом. Ж нулевой. И точно так же можно сказать, что берем вот эту функцию Грина и смотрим ее перенормированную, да? То есть говорим, что вот эта функция Грина Ж нулевой Ж нулевой с чертой А мю С ноль С Б нулевой. Это и константа Z1 духовная С. Да, то же самое, но через перенормированные величины. Все перенормированные. А мю С перенормированные. С Б перенормированные. Говорим, что Z1 это есть С. Единица плюс бета один С. Пока что это еще довольно бессмысленное такое переписывание голых через, через перенормированные, если я не определил процедуру нахождения этих перенормированных величин. Правильно? То есть мне нужна некая процедура того, как я вот эти функции Грина буду находить. Нет, почему? Это не линейность, там будут свои вершины. То есть все вот эти, ну, например, для вот этого члена, да, вот аналогично будет. Там стоит константа G0, да, здесь. Не, не, не. Да, будет своя, да, своя. Давайте напишем. Там туда входит два раза пули, один раз его произвольная. И это есть константы перенормировки вершины, ее обозначают Z1 3G от мю, да, на перенормированную. Ну, так символически тоже обозначаю. Да? И все операторы, которые сюда входят, в Лагранжа, у нас входят разные операторы. Например, массовый оператор, это что такое? Пси 0 и 0 пси 0, да? Давайте выдержим пси 0. Пси 0 пси 0 равняется константа перенормированной массы на пси перенормированную. Значит, что мы делаем? Мы пока что формально для всех операторов, которые входят у вас в Лагранжа, записаны через голые поля, делаем такую постановку формально. Да? То есть пишу исходные операторы через исходные операторы через перенормированные операторы. И каждый Z представляю его в таком виде. Единица плюс контрчлен. Когда оператор входит в Лагранжа, я каждый Z представляю в таком виде. Один плюс контрчлен. Если оператор в Лагранжа не входит, то я так не могу представлять. Контрчлен по-другому определяется. Да? Это пока что просто по определению написано. Да? И переписываю мой исходный Лагранжа, вот он у меня написан, да, какой-то такой длинный.
Я его переписываю. Через а вот этих единичек будет точно такой же лагранжан, где все перенормированное, правильно? То есть такой же лагранжан, где все перенормировано, плюс лагранжан контрчленов. Ну, давайте первые несколько слагаемых этого лагранжана я напишу. Лагранжан контрчленов. Как он выглядит? А вот эти вот, одна вторая, она же... Вот одна вторая? Да. Вот просто, чтобы в обычном поле входит в квадратичных комбинациях. Вот, да? Ну, то есть у нас все комбинации сведутся к тому, что у нас будет 1 плюс 5. Угу. Да. Да. То есть я пока что тождественно переписываю лагранжан, да, свой. Сделал такой трюк, такую подстановку, да, и переписываю свой лагранжан. А что у меня будет стоять для лагранжана взаимодействия? Напишу несколько членов. Будет стоять минус дельта 1, да, для этого оператора. Для этого оператора будет стоять минус дельта 1 G перенормированная, C с чертой перенормированная, T A A mu A перенормированная, программа mu C перенормированная, да? Например, такой член будет, да? Массовый член, будет выглядеть следующим образом. Плюс все перенормировано и D и D дельта 2 дельта 2 и D минус дельта M на все перенормировано. Это массовый член. Ну, тогда член квадратично по полям А. От единицы будет кусок перенормированной части, от части с дельтой будет дельта 3, да? Будет минус там 1 четвертая, дельта 3, дельта 3. И так далее. Главное, что здесь вот контршлины будут содержать вот эту дельту, которая в некотором смысле будет мала. Мы сейчас видим. Дальше, что мы делаем? Мы с помощью этого лагранжана начинаем вычислять различные амплитуды процессов, да, либо функции Грина, и смотрим радиационные поправки. Радиационные поправки. И дальше смотрите, что мы делаем. Мы в каждом порядке теории возмущения, где мы работаем, мы подстраиваем вот эти контрчлены таким образом, чтобы сократить все возникающие расходимости. Вот, допустим, мы вычисляем некую амплитуду в каком-то порядке теории возмущения, да, где у нас есть петли. Да? Мы говорим, что окей, мы, когда ее считаем по обычным правилам Феймана, у нас вот отсюда, из этого лагранжана, обычные правила Феймана возникают, а здесь возникают дополнительные вершины. Да? Вот из лагранжана контрчлена у нас возникают дополнительные вершины. Например, вершина взаимодействия кварков и глюонов, есть обычно такая вершина, а есть контрчленная вершина. Да? Я ее с точки обозначу. Это есть минус и G, T, A, гамма мю умножить на дельта 1. А здесь перенормированная связь на дельта 1. То есть возникло дополнительное такое новое правило Феймана, появилась новая вершина. Да? От вот этого члена тоже появилась новая вершина.
раньше у нас был просто кварковый пропагатор, а сейчас есть линия с вершиной, да? Это есть и дельта 2 на P минус дельта M. Какое еще новое правило возникло? Вот от этого, да? Из тех, которые я написал. Был раньше просто глионный пропагатор, да? А теперь появилась новая вершина, да? Которая есть в ходе два глионных поля. И дельта 3 константа. Вот новая вершина, да? Я ее напишу как минус I. Если здесь не будет статичет, а b минус i. И вот из этого оператора смотрю, как она выглядит, эта вершина. Это будет как квадрат на g меню. Минус k минус k мю на дельта a плюс. И на дельта 3. Дельта 3. То есть у меня появились какие-то новые вершины, да? Неопределенными константами дельта. Так вот я, как моя процедура перенормировки теперь будет выглядеть? Я посчитал свою амплитуду, да, в каком-то порядке теории возмущения, вместе со старыми правилами Феймана и с новыми вершинами. Да? А потом я подстроил все вот эти контрчлены, придал им некие значения, таким образом, чтобы, первое, сократить все расходимости в вычисляемой амплитуде. И второе, выполнить так называемые условия перенормировки. То есть появляется некая сущность, такая условие перенормировки. Что это значит? Это значит, что вы в некой точке какой-то кинематической, например, когда μ квадрат равно нулю, например, да, вы берете некую кинематическую точку, и там вы свою вершину должны померить просто, измерить, и сказать, чему она равна. И совершить такую перенормировку, сказать, что в такой-то точке ваша амплитуда равна тому-то, да? Это называется условие перенормировки. Из этого условия вы получите все контрчлены в любом порядке, вы их получите. Вот свойство перенормируемости теории КХТ говорит вам о том, что вы во всех порядках теории возмущения можете обойтись всего лишь ограниченным числом вот этих дельт. Вам не нужно бесконечно контрчленов много вводить. У вас будет там 6 независимых контрчленов, и через этих 6 контрчленов вы в КХД во всех порядках можете устранить все расходимости и привязать вашу амплитуду к наблюдаемой амплитуде, ну, к наблюдаемой измеряемой величине. Понятно вот эта общая такая идеология? Да? Вот эта же общая идеология, она и дает вам способ, как находить. Как вот эти все константы, как их находить, да? Для чего они нужны? В какой цели они нужны? Вот, смотрите, для чего они нужны. Давайте вернемся к этому соотношению. И посмотрим. Так, я что-нибудь сотру. И поглядим, например, на вот такую вершину. Вот есть вершина взаимодействия глюона с кварком этих кварков. Да? Такая вершина. С одной стороны, вы знаете, что ваш вот этот оператор, да, он перенормируется с помощью константы Z1, да? То есть я могу написать, что вот этот полый оператор, да, это есть Z1 умножить на G перенормированную на перенормированную величину, да? А с другой стороны, вы то же самое, все те же поля, да, можете переписать вот по вот этим тождествам, что это перенормированные поля, да? Что будет? Здесь было g0, здесь 2 раза ушло пси 0, поэтому будет z2, да? z2. Один раз ушло поле a, поэтому будет z3, z3 в степени 1 вторая. Да? Отсюда вы видите, что ваша константа gr, то, что мы называем
пренормированной константы GF, на самом деле, если что-то иное, это просто комбинация некоторых Z. То есть, а именно тех Z, с помощью которых перенормируются поля А, то есть отдельно вот эти операторы перенормируются, да, и с помощью константы перенормировки всего целого оператора, оператора как целое. Да? Что значит перенормируется, но это чуть позже я скажу, что это такое. То есть это что такое? G0, Z1 минус 1, Z2, Z3. Степень 1, 2. Да? Кстати говоря, ту же константу GR вы могли извлекать из вот этой вершины. То есть написать вершину взаимодействия трех люонов, да, и рассмотреть вот это тождество. С одной стороны, у вас есть перенормировка вот этого оператора как целое. Что такое перенормировка этого оператора как целое? Вы берете этот оператор, строите из него некую функцию Грина и ее вычисляете в теории возмущений. В перенормированной теории возмущений. Это называется перенормировка этого оператора. В процессе этой перенормировки вы найдете коэффициент Z1. Ну, Z не 1, а Z1 3G. Да? Мы это сейчас будем делать много-много раз для разных операторов. Поэтому вы это поймете. То есть мы получаем, что с одной стороны у нас есть Z1 3G, а с другой стороны у меня есть 3 раза миллионное поле. Поле полного миллиона. Отсюда я снова могу написать, что такое GR. GR, оказывается, чтобы вычислить GR, я должен рассмотреть константу перенормировки глионного поля, то есть как-то научиться перенормировать вот этот оператор, да? И константу перенормировки вершины как целого. Z1 равно Z2, нет, не получится. То есть вот здесь не как проходили. Мы их вычислили, да? Они уже не понадобятся все. Мы видим, что они не равны. Какие еще соотношения есть? Ну-ка давайте. Для 4 миллионной вершины как будет выглядеть соотношение? Измерение равно чему? Умножь на что? Z3 в квадрате на что? На перенормировку 4-глионного оператора как целое, да? Z1 4G в минус первой степени. И что еще надо сделать? Корень квадратный задача. Потому что на самом деле вот эту вершину G0 в квадрате. Давайте здесь подпишу. G0 в квадрате. G0 и G0 в квадрате. Поэтому связь есть вот такая, да? Еще какая связь есть? Какая еще вершина у вас есть? Духовая, да? Из этой связи что мы получаем? G0. Есть перенормировка духов как целое, да? Оператора взаимодействия духов как целое, минус первой степени. Дальше Z, как называлось, 2C, да? Z3, степень 1/2. Понятно? То есть видно, что поскольку это одна и та же G везде, то есть связь между константами Z. Я довольно много связей. Кстати говоря, еще вот кроме вот этих перенормировочных соотношений, есть еще соотношение на параметр кси. Лагражанку параметр кси. Да? Он тоже перенормируется. То есть мы как-то понять. Вы начали вычитать поправки. Оказывается, что у вас для поправленной величины как будто немного другая калибровка, немного с другим кси получается. То есть у вас кси 0
Потому что первоначально мы должны членить фиксирующую тренировку. Я вот здесь нарисовал, да? Ну, вы помните, что есть такой, да? У нас есть член, сейчас написано минус единица на 27, минус 0, минус квадрат. Вот такой член есть, да? Седьмой точки программируется. Где кси на кси программируется. Вот такой стороны. Здесь я, кстати, когда писал, я дельта n написал, что такое дельта n? Дельта n это дельта 2, расстановка сюда, вот сюда, дельта 2, dn0, минус перенормированная масса. Вот это дельта n, который сюда входит, да? То есть у нас есть много, как масса константа, перенормированная константа, по сути, по определению, да, выражается через вот эти константы. А все они вычислимы в теории возмущения, как мы сейчас увидим. Да? Они все зависят от μ, поэтому и жир тоже зависит от μ. Да? Давайте поглядим, как ее вычислить. Как вычислить вот эту жир, а точнее нам нужна производная подруга. Даже не сама же, а ее логарифмическая производная. Да? Вот смотрите. Вот все наши контрчлены, как мы сейчас увидим, они, еще раз напоминаю, как они возникают. Вы работаете в каком-то порядке. Вот мы будем работать в однопетлевом приближении. И вы в этом приближении подстраиваете контрчлены таким образом, чтобы выполнить условия перенормировки. В процессе выполнения условий перенормировки у вас, в частности, сокращаются все расходимости. То есть они сокращают все расходимости контрчлена. Их такая главная функция, они в себе содержат информацию о всех расходимостях ультрафиолетами, которые у вас возникают в процессе перенормировки. Так, это я о чем говорю? А, про вычисления, да? То есть все эти константы, они будут малы. Как мы сейчас увидим, это в однопетлевом приближении они порядка g квадрат. То есть по сравнению с единичкой они будут малы. Что это значит? Вот пишу, что такое моя бета-функция. B по b логарифм g. Логарифм g0. Ну давайте остановимся на каком-нибудь равенстве, например, вот на этом. Хотя проще всего вычислять бета-функцию из вот этого равенства, где вершина булеон с двумя духами, духом-ти-дух. Да? Вот отсюда проще всего вычислять, но мы с прицелом на будущее вычислим отсюда из этого соотношения. Будет логарифм, g0, да? G0. Что такое z1? То есть минус от бета-1 минус первой степени. z2 единица плюс дельта 2. От μ все зависит, да? Не от μ зависит. Единица плюс дельта 3 в степени 1 вторая. Теперь, если я работаю в однопетлевом, ну, в каком-то приближении, да, мы будем в однопетлевом приближении бета функцию считать, то я могу по вот этой малости разложиться, да, в соответствующем порядке. Тогда что здесь будет стоять? Будет примерно равно. D по D логарифм от чего? G0 можно не дифференцировать, она от μ не зависит, да? Она пропадает. А здесь возникает минус дельта 1 от μ, да? Вот отсюда, минус единичка, да, пошла сюда. Плюс дельта 2. Плюс 1 вторая дельта b. Они все от μ зависят. То есть, что нам с вами нужно сделать? Нам нужно с вами вычислить эти дельты в однопетлевом приближении.
четвертое движение. И на самом деле у нас будет довольно простая с вычислительной точки зрения задача. Почему? Потому что нам нужно знать эти дельты для этих дельт только расходящиеся части. Вот смотрите почему. Вот мы начинаем вычислять какую-то дельту. И как мы увидим, да, вот вы это запомните, то представление, которое я сейчас опишу. Как мы увидим, они будут выглядеть следующим образом, вот это левом приближении. Это будет некая концепция 1, умножить на характерный множитель, который здесь возникает, g квадрат на 4 в квадрате. По размерности будет стоять μ квадрат в степени эпсилон. Мы будем в размерностной регуляризации работать, где d равно 4 плюс 2 эпсилон. На расходимость некую. Давайте вот так напишем. G квадрат, а здесь будет c1 на эпсилон плюс c2. C минус 1 напишу, здесь будет C0, здесь C1 на Y и так далее. Просто ряд по Y, да? Здесь будет расходимость некая стоять и члены без расходимости. Что? Какого логарифма? Нет, логарифма нет. Вот эти дельта 1 мы их будем вычислять с вами, не дельта 1, а дельта и тера. Будем вычислять, они будут иметь вот такой вид. Да? Просто увидим сейчас, что они будут такой вид иметь. G квадрат — это малость, которая возникает из того, что это петля. μ квадрат фактически по размерности у нас всегда будет возникать. Да? А здесь будет некая расходимость стоять на эпсилон. Так вот нам нужно с вами только коэффициент c1, c-1 знать. Почему? Потому что, когда я беру производную по логарифму μ, d d логарифм μ, вот от вот этой штуки у меня от μ зависимость будет только в этом множителе, в этом вся прелесть, да? Это и что такое? Эпсилон 2 μ логарифм μ, e в степени 2 эпсилон логарифм μ, да? Когда я буду брать производную, у меня выскочит g квадрат на 4π в квадрате, μ квадрат в степени эпсилон, вот так остался, и выскочит 2 эпсилон. 2 эпсилон. То есть здесь будет стоять 2 c минус 1 плюс 2 эпсилон c0 плюс 2 эпсилон квадрат 2. Эпсилон квадрат c1 и так далее. То есть в пределе снятия размерностной регуляризации, то есть устремления эпсилона к нулю, у нас все вот эти члены умножены. Правильно? И останется только коэффициент при расходимости, при единице на эпсилон. То есть при вычислении дельта 1 нам с вами нужны будут только расходящиеся части. Коль скоро мы только бета-функцию считаем, а не все, а не контрчлен полностью выписываем, да, в правилах Феймана, подстраивая его под условия полностью. Но у нас более простая задача. Нам нужна только расходящаяся часть. Дельта 1. А как мы потом используем бета-функцию? Как мы ее потом используем? Вот видите, что мы с вами получим. Мы получим, что эта функция, вот, мы ее с вами вычислим, да, начнем все дельта 1, они у нас будут вот таким образом выглядеть. Здесь все перенормированные константы, да, здесь константы все перенормированные стоят. Потому что мы будем работать уже перенормированной теорией возмущения, где перенормированные константы. Мы ее с вами вычислим и получим, что у нас бета-функция, это есть некий gr квадрат. Ну, там, на 4π в квадрате, да, идет характерный множитель. А здесь некий коэффициент β0 возникнет. В однопетлевом приближении, да,
от всех вот этих целей успеха, здесь, здесь и здесь, они соберутся в какую-то константу. Соберутся в какую-то константу. Да? То есть вот это мы вычислим по теории возмущения с вами. То есть найдем, чему равно протоновим. 2 третьих НФ минус 1 из третьих НС. А дальше мы на это уравнение снова посмотрим, но уже с другой точки зрения. Вот у нас есть такая левая часть, единственная по теории возмущения, а есть такая правая часть. Это равно этому. Да? То есть левая часть вычислена в теории возмущений, правая часть просто по определению. Ну вот так мы можем это уравнение решить, индифференциальное уравнение, решить и получить как в однопетлевом продвижении g зависит от 1. То есть вот наш план. То есть еще раз, при вычислении бета-функции, мы ее зачем вычисляем? В конечном счете, чтобы решить вот это уравнение. Решить это уравнение и найти зависимость от μ. Для этого нам нужно вычислить три контрчлена. Дельта 1, дельта 2, дельта 3. Да. Вот мы сейчас последовательно их и будем с вами вычислять. Начнем с дельта 3, как наиболее такого громоздкого, интересного. Ну давайте. Так. То есть вот эту форму, эта формула у нас главная, мы из нее бета-функцию найдем. Сейчас первое, что мы будем делать, это вычислять дельта 3. Я понимаю, что дельта 3 это связано с перенормировкой глионного поля, правильно? Перенормировкой глионного поля. Какая идея вычисления этих контрчленов по теории возмущения? Каким образом мы их будем вычислять? Идея состоит в следующем. Смотрите. И она везде далее будет повторяться. Давайте рассмотрим некую функцию Грина, в который бы входил этот контрчлен. Ну, желательно наиболее простой функции Грина, чтобы мы могли с ней как-то работать. Да? Ну вот какая функция Грина у нас есть, такая первая тривиальная, в которой входит контрчлен дельта 3, связанный с глионным полем. С глионного поля какие функции Грина можно построить, по которым мы что-то знаем? Плюс дельта 3 или дельта 3 в минус 1? Нет, здесь минус первый нужен остаток. Артефакт. Из глионных полей какие функции Грина мы с вами уже строили, для которых даже ответ знаем? Ну, глионный пропагатор. Глионный пропагатор, конечно. То есть мы можем посчитать, попробуем посчитать вот такую функцию Грина. Да? В нее входит два глионных поля, да? И для них мы можем написать выражение через константу перенормировки z3. Да? То есть мы с вами смотрите, что будем делать сейчас. То есть мы работаем в перенормированной теории возмущения, где есть обычные правила Феймана и новые правила Феймана, вот эти. Да? И в этих правилах Феймана будем вычислять с вами вот такую функцию. Да? Нью А, Нью Б, течет импульс. Такой вам постарается. Как? Ну, кума обычно обозначает, да, или ката.
Вот. Значит, что это такое есть? Ну, во-первых, это есть сам наш пропагатор в главном порядке, да, для которого мы знаем ответ психологии. Правильно? А дальше будет стоять поправка. Я ее так назову. Давайте так напишу, что минус в главном порядке. Да. Это для чего? Потому что применю обратно. Как она выглядит? Здесь есть в однопетлевом приближении, при вычислении вот этой функции Грина, вот он написан, да, я из нее вычел главный порядок просто, да, пишу все, что осталось в его приближении. Какие здесь есть диаграммы? Здесь есть вот такая диаграмма. Так, вот я неудачно это все пишу. Надо куда-то скажем, сюда писать, чтобы потом они с одной стороны были перед глазами, с другой стороны нам не мешали. Сейчас перерисую все. Я не вижу одного фигу. Это есть вот такая вот штука, да? Это функция Грина минус древесное приближение. И это еще что такое? Вот в электродинамике, когда мы с вами работали, у нас в однопетлевом приближении была только одна диаграмма с фермионами, правильно? Ну, она и здесь будет. Только фермионов у нас, теперь будем считать, что у нас их много, NF штук, разные кварки. Кроме того, сразу оговорюсь, при вычислении однопетлевой бета-функции мы кварки будем считать безмассовыми. На вид бета-функции это фактически не скажется, но почти не скажется. В каком смысле скажется, я в конце, когда все вычислил, скажу, что значит NF, что это число активных выборов. Да, в том числе. Массовые кварки назад балдурные. Нет, не учитываем. То есть сейчас все кварки будем считать без массы. И на вид бета-модель, то есть однопетлевой бета-функции, это сказываться не будет. Кроме того, мы потом будем смотреть, как перенормируются массы отдельно. И увидим, что действительно, когда мы смотрим ультрафиолетовое поведение, перенормировка, что фактически сводится к изучению ультрафиолетового поведения ваших диаграмм, там возникает расходимости. Там, где у вас энергии очень большие в ультрафиолете, там все массы несущественны. То есть это как интуитивно, как так можно продать. Да? То есть у нас кварки без массы. Давайте сразу диаграмму нарисуем. Здесь течет N плюс K, здесь K плюс, или что там, L у нас где, да? L плюс Q. Да? Есть такая диаграмма. Дальше проверим в теории получения, КХД появляется такая вот. Давайте треугольную вершину. Вот такая диаграмма. Диаграмма. У нее какой симметрийный множитель будет? Был у нас на прошлом семинаре. Какой? 1/2. 1/2, да? Симметрийный множитель у нас тут уходит. 1/2, да? Дальше есть диаграмма с духами, да? Давайте для простоты, чтобы параметр кси за собой не таскать, мы будем работать так же, как и раньше, в фимановской калибровке, как
фиксированного единицы. Да? То есть в этой калибровке у нас есть дубки. Мы имеем А, Б, И, есть диску, есть духи. Дальше есть еще вот такая зеркалка. Здесь. Тоже с глионной вершиной, только с четырехглионной. Понятно, как это, да? Четырехглионная вершина здесь стоит. Вот на пятилевом продвижении вот такая еще есть. Она, смотрите по структуре, как она выглядит. Здесь никаких непроизводных, ничего нету. То есть просто произведение разных полей. Поэтому в этой вершине, что для нас только важно будет, что нет никаких импульсов этих ионов. То есть она состоит только из этой вершины, она довольно длинно записывается, ну, можно записать, через структурные константы группы и через метрический тензор. То есть там одни константы в ней входят. Все, нам больше ничего не нужно. То есть есть все вот такие диаграммы, да? Это диаграммы из обычной теории возмущения. А? Не расходится. Оно увидит там. Ну, если не расходится, то. Ну, он не расходится, да, мы расходящие смотрим части, то вот в нашем случае она просто будет нулевая. Да. Разновидность регуляризации. Мы работаем в перенормированной теории возмущения, поэтому у нас есть еще дополнительные правила Феймана. Да? Какие здесь дополнительные правила Феймана будут играть? Вот смотрите, у нас включится в игру как раз вот этот, вот эта вершина новая, да? Она, видите, с двумя глионами, там как нам надо, да? И в ней стоит нужный нам контур с членом. То есть будет еще вот такая вершина с контур-членом дельта 3. Она вот так вот записывается, как я там нарисовал. И как мы его найдем? Вот, смотрите, мы все эти диаграммы вычислим, ну, точнее, мы будем считать только расходящиеся части, да, вычислим. А дальше мы контрчлен дельта 3 подстроим таким образом, чтобы все расходимости вот этих диаграмм сократить. Ну, вообще нам надо выполнить условия перенормировки. Да, нам нужно выполнить условия перенормировки. Вот как это условие записывается? Смотрите. Вот мы с вами показали на прошлом семинаре, где два человека было, да, что вот эта величина, она вот, в данной калибровке будет поперечна. Ну, давайте не с этой стороны, с этой стороны теории возмущения у нас, да, стоит. Вот этой стороны напишу, что это есть I, G, μ, Q квадрате, минус Q, μ, на P, перенормированная от Q и μ. То есть мы работаем в перенормированной теории возмущения, да? То есть у нас появилась новая вершина, где у нас нет никаких расходимостей. Все, все расходимости там идут. Мы так построим контрчлены. И в этой перенормированной теории возмущения мы знаем, что эта функция Грина должна получиться поперечной. Мы это на прошлом семинаре выводили с вами, если вы помните. И заодно, кстати, в этом убедимся просто явным вычислением, что она у нас поперечная получится. То есть мы это еще как бы и проверим. Для перенормированной петли мы это знаем из электродинамики. Поэтому мы с вами ее вычисляли и видели, что здесь возникает прямо поперечная структура. Это же не квадрат, минус нюкуни. То есть для когда мы знаем, а для этого мы просто убедимся явным вычислением. Вот. И условие перенормировки у нас будет выглядеть таким образом, что P перенормировано при Q квадрат равно минус P квадрат. Я, кстати, здесь вот когда писал. Нет, да, я все правильно писал. Вот Q квадрат полагает обычно минус P квадрат. Не минус P квадрат, а минус P квадрат. Равно чему? До
Почему хотите, кому равно. Она перенормирована. Вы ее в каком-то смысле своими руками держите. То есть выбрали некую кинематическую точку, да, в данном случае u квадрат равно минус u квадрат. Могли выбрать плюс 5 мю квадрат. Да? Ну, правильно, вы хотите физическое условие, то есть должны привязать к некой наблюдаемой величине это дело, да? Но фактически вам опосредованно мы это все привяжем просто к константе, к значению константе в какой-то точке. Все равно вы в какой-то точке должны ее знать. Да? Скажем, на массе, когда μ равно массе z бозона, ее измерить один раз. Вот мы один раз измерили, тогда в других точках мы сможем понять, чему она равна, решив наше уравнение вот этой редной группы, да? Вот. Можем взять простейшее вот такое условие тренировки. Потому что перенормированная функция клина вот с такой кинематической точки равна нулю. Вот. И из этого условия построить наш вот этот контур-член. Зависит, да? Его подстроить так, чтобы выполнить это условие тренировки. А контур-член здесь всего один? Ну, здесь всего один, да, потому что у нас всего одна есть вот такая новая вершина, где 2 триллиона входит. То есть в однопетлевом движении здесь только один контур-член будет. Правильно? В более высоких порядках теории возмущения у вас будут такие контур-члены будут возникать, да? Где в этой петле, скажем, здесь стоит новая вершина. Чтобы это все написать, нам надо написать это. Вот это вот вообще нам же нужно, у нас было порядок такой же. Да. Правильно. Вот отсюда, кстати, сразу видно, что этот контрчлен, он какого порядка будет по G? Квадрат. Квадрат, потому что здесь G квадрат, здесь GG, здесь G, здесь G. Ну, то есть я это к тому, потому что мы не знаем, какого порядка бери так. Ну, да. Ну, за это можно срисовать два. Ну, потому что два. Ну вот, два узла. А, два узла? Да. Ну. Вот если бы ДНК было бы пропорционально, а не жертва порядка. Нет, ну, в принципе, могло бы, но вы себе просто этим усложняете задачу, и в конечном счете вы могли бы переопределить эту дельту так, чтобы она у вас вся села в одну такую вершину. Там сначала это произведение. Ну, вы что хотите? Сюда прибавить еще двумя такими вершинами, да? Нет, членами просто, вершины. Что и две друг за дружкой. Ну, если не две друг за дружкой, значит, есть и одна просто, да, такая же тоже есть. Видно, что это будет ряд по теории возмущения. То есть вершина дельта будет пропорциональна g квадрат. И деваться надо некуда. Вы напишите вот такую, да, такую. Ну, просто потом переопределением можно свести одну такую квадратичную часть. Правильно? Надо еще справа новый порядок. Если просто записать новый порядок скинуть. А вот я говорю, мы порядок сюда вот справа. Не понял, сюда? Да, у нас одна петля по приближению расписали. Да, да. Там же еще все остальное. Остальное это что? Второй. Есть второй порядок, который запишем, да. Мы в одноклевом сейчас порядке, поэтому... Да, понятно. Или вы что имеете в виду, что? Нет, ну, смотрите, сейчас мы записали вот ту первую диаграмму заштрихованную. Нет. Сейчас я все вместе написал. Вот это моя функция бина, да? Она начинается с главного порядка, вот она с него началась, я ее убрал. Да? И вот эта штука заштрихованная, это моя функция длинная. Фактически амплитированная. Ну ладно, частично амплитированная. Я смотрю, она частично амплитированная функция длинная. Да? И нам тут надо взять интегралу по D4 соответственно. Ну не D4, а DD. У нас размерность на регуляризацию. То есть мы должны ввести какую-то регуляризацию, так, чтобы регуляризатор потом
с этим сократить. А КТД, вот кроме размера снаряжения, там, другой пользуется? Ну, да, я надеюсь, что если мы будем пошустрее с вами задачки решать, то в конце семестра мы с вами решили несколько задач, где регуляция полная бьется. Тяжелые фермионы. Можно просто импульсом обрезать большим. Да? Да, если в качестве каких-то процентов, можете просто кумулировать регуляцию. Слушай, полюсы по эпсилону, это логарифмы обрезания по импульсу, по большому импульсу. Да? Это типа главное логарифмическое получается. Что здесь главное логарифмическое? Главное логарифмическое, это когда вы суммируете все ваши логарифмы, альфа на логарифм в степени n суммируете. Я же не про это говорю. Я говорю про то, как вы регуляризуете вашу расходимость. Вы можете регуляризовать размерностную регуляризацию, то есть отличие размерности от четырех. Можете вводить в петли фиктивные, конечно, тяжелые фермионы. Да? Можете обрезать петлевое интегрирование на неком большом эвклидовском импульсе и так далее. То есть способов регуляризации довольно много есть. Но наиболее приятные, которые там калибровочную вариантность не нарушают, и технически достаточно простой, это размерность регуляции. И мы и будем пользоваться. И для нее давайте, сейчас нам это понадобится, вспомним некоторые формулы интегрирования. Вот нам понадобится такой интеграл d dl единицы на n квадрат минус дельта в степени альфа. Помните, вычисляли какой интеграл в первом семестре? Может, помните, чем норма? Где-то написано, наверное. Сейчас посмотрю. Вы все-таки мне пишите. Буква И из Ликовского поворота, да? Минус единица в степени альфа из того же Ликовского поворота, когда вы знаменатели выносите. Да? Там что-то сделали. 4π в степени d пополам из интегрирования по углам примерно, да? Дальше стоит гамма-функция, гамма от альфа, от этого альфа, дельта в степени, которую можно определить сразу после размерности вашего интеграла. У вас импульсная размерность вашего интеграла, это и что такое? Это есть... Что такое? 90... 2 минус 2 альфа. D минус 2 альфа, правильно? Альфа минус D пополам. Дельта имеет размерность L, да? Квадрат. Да. Поэтому здесь стоит 2 альфа минус D. Или в числителе D минус 2 альфа. Это сразу из размерности. А здесь такой же множитель стоит. Альфа минус D пополам. То есть фактически запомнить надо только, что здесь стоит гамма от альфа и 4 в степени d пополам. Все запоминает. А расходимости у нас будут, начиная с каких альф? Если альфа равно 3, скажем, будет расходимость? D это 4 плюс 2. Нет, 4. Ну, чтобы гамма функция была расходящаяся, да, при эпсилон. То есть начиная от альфа равно 2. Если альфа равно 2, есть расходимость, гамма от минус эпсилон. Если альфа равно 1 будет, гамма от минус 1 минус эпсилон. Она тоже расходимость не содержит. Да? И так далее. Такой интеграл. А дальше. Интеграл в степени d с r квадратом. Он с логикой простой манипуляции. Минус дельта плюс дельта к предыдущему, да, поэтому здесь, если не помните, то не страшно, всегда нужно вывести
будет также и плюс 1 в степени альфа плюс 1 в степени 2 пополам. Здесь будет дополнительный множитель 2 пополам, который я всегда забываю. А гамма функция альфа минус 1 минус 2 пополам на гамма от альфа и дельта в степени альфа минус 1 минус 2 пополам. Дальше, если под интегралом стоит перед μ или ν, то на что мы его заменяем? Здесь вот под интегралом стоит перед μ или ν. В силу невариантности интеграла это может быть только варианты тоже. Или электрические. Еще минимум, да? Это меняем μ, c квадрат поделить на d. Помните, как это? Если стоит Lμ от интеграла, то чего интеграла? Нулю. Ну, интеграл равен нулю. А давайте еще вспомним тривиальный случай. Параметризацию Фейнмана. Если у меня есть простейший случай, два знаменателя, а на b, да, то как мы их вместе собираем? Интеграл, да, правильно? Х от чего? Х на А плюс 1 минус х. Я х чертой обозначаю 1 минус х, да, как раньше на b. В степени, сумма степеней, да? В данном случае 2. То есть простейшая формула параметризации Фейнмана вот такая. Понадобится сейчас, поэтому все писать. Угу. Окей. Давайте как мы планируем наши диаграммы. Давайте по возрастанию сложности это сделаем. Возрастание сложности тогда с конца лучше придется. Еще из напоминаний. Если у меня есть интеграл по смертности регуляризации от безмасштабного интеграла к квадрату степени b, то мы его полагаем равным чему? Нулю. Аксиоматики интегрирования для измерения можно его положить на нулю. Можно в этом нуле, то что это ноль, как-то угдиться в кавычках, каким образом? Умножить числитель и знаменатель на L плюс Q, скажем, в квадрате. L плюс Q в квадрате, L плюс Q в квадрате. Да? Собрать все по Фейнману, воспользоваться вот этими двумя интегралами и убедиться, что все сокращается в ноль. Как один из способов видеться в этом нуле, например, так можно. Если есть некая тонкость, когда у вас бета равно единице, и размерность равна двум, да, там есть такой момент, о том, что этот интеграл не ноль, но мы с этим сталкиваться не будем больше. Заметьте. Просто аморный качок. То есть в общем случае, если у нас есть безмасштабный интеграл, то мы считаем его равным нулю. Да, интегралы вот такого вида безмасштабные будут у нас всегда равны нулю. Дома в качестве домашнего задания вам маленькое упражнение. Формально в этом убедиться вот с помощью такой процедуры, которую я вам сказал. Умножить числитель и знаменатель на L плюс Q в квадрате. Собрать знаменатели по Фейнману, воспользоваться вот этими двумя формулами и убедиться, что все сокращается в ноль.
Так, ну давайте начнем. Ну давайте, кто-нибудь из вас выходите. По очереди это. Кирилл, давайте тебе выходите. То есть, я там. Вот это пусть будет Б, а там же. Начнем вот с такого, с этого материала. То есть считаем, давайте как-нибудь обзовем его М и М там А у нас, да? Так, ну константа у нас будет при вершине, да. G? Нет, на этой вершине стоит константа g квадрат. Минус и g квадрат. Минус и g квадрат. Дальше эглионный пропагатор. Во-первых, петлевой интегрированный, да? Да. Ксения, ДДН. Давите на мел. У меня, смотрите, как хорошо видно. Пишите. ДДН. ДДН на 2π в степени, да? Минус и же квадрат. Минус да, и же квадрат. Сам. Это минус, да, такой? Да. Дальше четырехбионная вершина. Давайте символически ее напишем, как гамма с четырьмя индексами. Гамма? Гамма большая. Большая обычно. Мю-ю. Альфа-бета. Четыре лоренцовских индекса. Ну, и там их тоже индексы. Расставьте их на диаграмме тоже. Система БЦД. Тогда призму, мы пишем, например. Ну и с глюнным пропагатором же надо связать. Да, глюнный пропагатор. Мы работаем в калибровке фильма. Да, с глюнным пропагатором. Так, как D альфа-бета напишем. Что? Какой дальше? Пропагатор глюма, как он выглядит? Так, ну, К квадрат в знаменателе, L квадрат в знаменателе. L квадрат плюс 0 в знаменателе. Да. И минус G меню. Минус G меню, тут не G меню, да? У нас меню это внешний концерт. G альфа-бета. G альфа-бета, минус I, G альфа-бета. И по цвету что еще? ТЦ и ТД? Нет, не ТЦ и ТД. Пропагатор. А, да. Д это какое? СД. СД, да. Кирилл, синее, давите на нет. Это для кусочек побольше возьму. Четырехглавная вершина, она в себе константы только содержит. Да, как я сказал. То есть там только структурные константы и электрические тензоры. Ну, да. Такая комбинация, которую статистика база удовлетворяет. То есть можно ее не. То есть интегрироваться. Главное, что импульса там нет. Да. А нет импульса, да? Да. Поэтому у нас интеграл по L какого типа? Ну, вот такого. Он занулится по идее. Безмасштабный интеграл, да? Он зануляется. Размер стабилизации в этой калибровке это просто 0 будет. Какие у нас калибровки, да. Теперь и МВ. Давайте для приличия будем еще индексы меню писать у М. Да, меню. Вот
И МБ, да? Минус и же. Вы можете нормально писать? Минус и же квадрат тоже. Сейчас, погоди секунду. Вот мы знаем, что вообще это довольно такое веселое состояние, да, это пизды, ну, в смысле, надолго. В Кэти мы это делали с вами. И мы знаем, что там выделяется поперечная структура, правильно? То есть мы знаем, что вот эту штуку, всю вот эту структуру, можно представить как, как дельта, ну, дельта В, это мы с вами напитимся, что дельта В, то есть будет И, Ж минимум, Q квадрат минус, Q минус, минимум, и на некотором амплитуду МВ. Ну да. Вот то, что она поперечная, мы уже знаем, да? А понятно, что гораздо проще вычислять МВ, чем всю эту структуру с кучей индексов, правильно? Поэтому мы можем вычислять сразу не эту амплитуду, а свернутую с G-меню. G-меню. Я ее сверну. Ну да. То есть с одной стороны, это почему равно? Вот из этого соотношения. Ну, вот и... Почему индекс другой? Здесь я не прям, да. Да, здесь у нас русский. Да. И на 3 дельта. Не 3 только, да? У нас же d мере. А, d минус 1. Можно решить, почему это равно с одной стороны и с другой стороны через петлю. Так, ну вот минус и же квадрат на интеграл по импульсу. Почему минус и же квадрат? А. В каждой вершине стоит минус и же. Минус и же. Нормально давайте напишем. Все. Ну, все тогда в квадрате будет. Все в квадрате. Минус и же, все в квадрате. Да. Теперь нам надо пропагаторы опять-таки квадратные. Минус и же, все в квадрате, правильно? Да, да. Скобку написал. Угу. Ну и теперь нам надо, вот эти две вершины написать. В каждой будет цветовая матрица Т от Б. Так. Забываю, что это у нас еще фермионная матрица. Гамма мю. То есть гамма матрица будет. И цветовая матрица. Т угу. Алла. С гаммой А, да? Да. Минус G уже вынесли. Дальше двигаемся против часовой стрелки, да? Вот, часовой стрелки. Вот так. Против стрелки двигаемся. А не против часовой, а против фермионной стрелки двигаемся, да? Ну, вот так, вот так вниз будет. Ну, что еще следующее? Да? Пропагатор. Пропагатор, пишите его. L. И L со шляпой, да? Делить на L в квадрате. А, да, мы без массы не считаем. Да, все правильно. Теперь вот эта вершина гамма ню, например. Гамма ню там у нас стоит. Да. На ТБ. На ТБ. Угу. И еще один пропагатор. Угу. Эль со шляпой плюс Ку со шляпой. Угу. Все индексы с тренажерами у нас замкнулись, когда мы по трио пошли, да?
Ну да. И нам теперь еще и вот это еще с жименью свернуть. С ревизором все жименью, да. И индексы спиновые замкнулись, когда вы такие ушли. Да. Так, то есть у нас уи. Угу. То есть у нас уи с чертой должно быть. Какие здесь у? У нас здесь миллионы, там у него. А. Ну, у нас вот так. Ну, если у матрицы начальный, первый индекс равен второму индексу. И берете сумму по этим индексам, то что будет? След. Это будет след, вообще следов всех матриц. Кирилл, никак умирающий лебедь, давай поживем. А фермионная петля у нас, еще раз повторяю, что это значит? Общий минус. Да. А фермионная петля, да? Вот здесь минус. Угу. Тогда плюс же квадрат будет. Будет плюс же квадрат, да. D4. D9. Угу. Свертка трейс от ТАТГ-скаламбас. Это АБ с каким-то коэффициентом. С каким коэффициентом? Там. А, на вторая. На, да. Там вторая это АБ. Это трейс по да. Световому индексу. Да. Да? Пер... А сверху с жилью, что он дал от вас? Когда вы... Ну, трейс... Так, ну, по... С пенорным индексом еще оно сверху. Ну, вот по спинорным индексам, если свернуть, как упрощается выражение? Гаваню, эльса шляпа и гаваню, что это такое? Вверху напишите где-нибудь. Так. Гаваню, эльса шляпа и гаваню. Это что такое? Минус 2 эльса шляпа? Минус 2 эльса шляпа, это в четырехмере было, правильно. А здесь будет минус d минус 2. Да. Помните первый семинар, когда вы продинали выражение? Андрей помнит, да? Ну, я помню, что там было еще не минус 2. Отличие, да? Есть. Мы еще выделили. L со шляпой, L плюс Q. И трейс от этого. Угу. Может, трейс сразу возьмите? Да. Так, ну, это скалярное произведение с четверкой будет. Минус D. Так, D минус, минус D минус 2. Угу. То есть четверка будет. Угу. Да. С этим минусом тогда. Секунду, погодите. Где у вас минус, который из петли фермиона? Он с внешним минусом сократился. У нас же минус и же квадрат. Минус и... Как это у вас внешний? А какого знака здесь? Плюс. Почему плюс? Ну смотрите, минус и в квадрате минус, от фермионной петли еще один минус. Вы его, может, напишите здесь, а какой минус фермионной петли? Я написал, просто он тут не поместился, а вот он. А, вот этот минус ушел, у вас еще два раза и было здесь. И на... Да, этот минус, и вот отсюда еще минус. D минус 2 тогда будет просто. Ага. Теперь... 4 скалярных произведений поделить на что? На L квадрат. И на L плюс Q квадрат. Угу. И это нам дает G квадрат. Так, где буду? Я вот отсюда, может, начну писать. Угу.
HTML. Погоди секунду, пока не переписывайте. Вот стоит L на L диску, да? Угу. Как я это могу переписать? Это есть L квадрат плюс L куб, правильно? L квадрат сократится, если теперь по члену разделиться, вот этим L квадратом. Да. И возникнет интеграл какого типа? Который безмасштабный, правильно? Который зануляется. После сдвижки L плюс Q на новую перемену он зануляется, да? А L Q как можно расписать? Смотрите. Это есть 1/2, правильно? От L плюс Q в квадрате? Да. Минус что? Минус 1/2 L квадрат плюс Q квадрат. Угу. Погодите. А от вот этих слагаемых интегралов чему будет равно? От вот этих нулю? Нулю, потому что они после деления на L квадрат плюс L квадрат на L квадрат плюс Q квадрат дадут безмасштабные интегралы, да? Поэтому весь числитель мы можем заменить на минус Q квадрат пополам. Да. Да, то есть вот это все можно заменить на минус Q квадрат пополам. Понятно? Да. Давайте заменяйте. Так. Так, g квадрат. Надо это b пополам еще заодно. Угу. Может пополам четверку. Здесь пополам, здесь пополам, здесь четверка. Может, да, ну может я уже тогда в следующее вычление. D минус 2. А! Они с четверкой сократятся. Все правильно. Угу. Да. D минус 2. Знаменатель L квадрат. На L плюс Q квадрат. Ага. Ну и по DD можно взять. Так, все слагаемые написали, да? G квадрат, дельта, там четверка ушла, да? Да. А куда она ушла? Ну, тут одно и второе. Так написали, да? Пока я непонятно. Так, интеграл по L, да? Ну, теперь ее, может, на 2 надо разбить это. Зачем? А мы уже скалярный интеграл был просто по фильму с играемого. А, ну да. Сюда параметры x, сюда это минус x. Давай. Собирайте. Все константы, вот это все заинтеграл на одном месте, да? Так, да. Дельта b. D минус 2. Ага. Q квадрат. Да. Минус. Минус. Общий. Давайте пишите так, чтобы видно было все, что видно. Ну ладно, давай. Вот, да. Q квадрат. Да. Q квадрат, да. Теперь интеграл. 2 пи и d больше оставляем, наверное. Возьмите мне нормально, чтобы не было у вас. А. L квадрат на единице минус x. Плюс L плюс Q. Сейчас я вот это подотру. Тут тогда уже. Ну, да. На x. И все это в квадрате. Нет. Суммарная степень, да, должна стоять. 1 плюс 1, 2. Да.
квадратики сами. И по dx еще. Так, ну, для 2 единиц. Минус же квадрат дельта АВ. Минус 2. По квадрату. И нафиг полный квадрат выделяем, да? И сдвигаем такого. Ну да. То есть dx выносим вот так. Мы его потом берем. Здесь dr минем. Давайте степень не дали. Здесь. Так. L квадрат единица минус x плюс L квадрат x будет L. А, Кирилл, отдельно где-нибудь соберите полный квадрат, а здесь уже пропишите. Плюс x куб в квадрате. Минус что? Так, минус x квадрат куб квадрат. И плюс x куб квадрат. Да. Угу. Дальше делаем сдвиг переменной интегрированной, да, и плюс x куб обозначаем за новую переменную. Да. Тогда в терминах вот тех интегралов, которые на правой доске написаны, дельта, это что такое у нас будет? Квадрат минус. Вот это вот. Почему он равно чуть-чуть? Ну да, я... С каким знаком? Минус 2. Минус? Ну, ты же отдельно понимаешь, нет? Да. Там дельта с минусом входит? Да, минус. У нас комбинация x плюс x квадрат с минусом, это минус будет, да? Минус, да. Минус, да. Все, берем интеграл. Да. Так, уже квадрат. Дельта квадрат. Интеграл дается уже? Да, да, да. Пишем. И на минус единица в степени. А почему? Двойки. Двойки минус единица в степени. И на единица на гамма альфа минус d пополам, 2 минус d пополам, 2 минус d пополам, делить 4 в степени d пополам. Гамма двойки, это единица. И дельта в степени 2 минус d пополам. Дельта в идеале, напишите, что такое. А, тут придется потереть. Минус x, x чертой. По квадрату. 2 минус d пополам, это что будет, как я здесь буду заливаться? 0.
Если мы d подводим к 4. D равно 4 плюс 2 и все. А. Минус эпсилон. Минус эпсилон. Да. Ага. Вот, отлично. Собственно говоря, мы все посчитали, теперь можно по x интеграл взять, да? Ну да. Это функция здесь стоит. И нам этого даже не надо, нам нужно расходящуюся часть. Да? И получить расходящуюся часть, давайте вот минус q квадрат в степени эпсилона ставим по размерности, чтобы следить за размерностью, да? А от всего остального просто расходящуюся часть возьмем. Гамма вот минус эпсилон, это что такое? Можете ли так писать? Гамма от минус эпсилон как себя ведет при эпсилон нуля? Расходится. Ну, расходится как? Какой полюс? Что, логарифм эпсилон, что ли? Что? Просто единица эпсилон. Минус единица на эпсилон. Плюс большой единица. Гамма n равно, да, следующее. Ну, гамма от минус эпсилон умножьте на минус эпсилон. Это будет гамма от 1 минус эпсилон. Это есть единица в пределе эпсилон. Правильно? Поэтому главная часть минус единица на эпсилон. Ну и все. D минус 2 заменим при вычислении расходящейся части. Это что, это минус здесь? Минус. На 2, да? Интеграл по dx, смотрите, у вас стоит x, еще в той степени эпсилон, по dx. Да. Чему? Бета-функция. Бета-функция, чему она равна при эпсилон к нулю? А, единица. Единица, правильно? Здесь 0, вставляем интеграл, по x сразу берете. Да? Угу. Значит, расходящаяся часть. Расходящаяся часть. Чего вам? Это вы что считали? Так, тут единица на эпсилон будет. Расходящая часть и минус b, минус b. Минус g квадрат. У вас минус g квадрат и минус единица на эпсилон. Да. Плюс. На эпсилон. Дельта b. Дельта b. На 2. На q квадрат. На q квадрат. Только не q квадрат, а минус q квадрат в степени эпсилон. Да? Минус q квадрат здесь стоит. Минус. Что так Кирилл минус пишет. Минус q квадрат в степени эпсилон. Да? Продолжим. Ну и здесь еще q квадрат. Кирилл минус q квадрат в степени эпсилон. А этот q квадрат? Какой q квадрат? Вот это. Пишем этот q квадрат отдельно. А, отдельно. Он у нас сократится с тем, что есть. Вот здесь 4 пи в квадрате будет. 4 пи в квадрате. Ну и все вроде. Все? Теперь давайте сразу вот здесь же учтем, если у меня, вот это нравится, мне все равно его, по-моему, начать писать, если у меня nf разных фермионов есть, да, то есть я вот сюда вот nf пишу, множьте, еще дополнительно, да, то здесь тоже появится nf, правильно? nf разных фермионов написал сюда. Вот. А нам нужно найти вот эту mb, правильно? То есть то, что мы с вами считаем, это есть и d минус 1, правильно, на q квадрат mb. Отсюда чему равна расходящаяся часть mb? Так, ну, минус и здесь мы напишем тогда. Кстати, и куда делся? Вот это и, здесь вот была и. Где она? А. Какие минус 2? Или уже
восходящую всю часть. Да. Буквы еще. Они и здесь будет, да. Угу. То есть это все равно с другой стороны чего? И. Угу. D минус 1. D минус 1 мы уже смотрим. Тройка. Восходящую всю часть, поэтому просто тройка будет. Да? Тройка, да. Угу. На альфа. Угу. И МБ, поэтому... Следовательно, МБ, давайте вот сюда запишем. МБ чему будет равно? МБ будет равно, а просто МБ. МБ на Q квадрат. Да. На Q квадрат. 3 МБ на Q квадрат, да? Да. То есть, вот этот квадрат мы благополучно сократим, да? И сократим. Хорошо. Давайте вот в... А, ну, да. Погодите, давайте вот в том формате запишем, в котором я вам писал все. Да? То есть мы выделяли множитель g квадрат на 4π в квадрате. Да? Угу. Дальше по размерности у нас это все от q как зависит. Q минус q квадрат в степени. Минус q квадрат в степени эпсилон. Можно было писать это, да? Потому что эпсилон, мы расходящуюся часть молча. Но все-таки давайте будем удерживать, чтобы следить за размерами все-таки величины. Минус q квадрат в степени эпсилон. Минус q квадрат в степени эпсилон. Да. Минус кошение. Минус. Угу. Две трети. Две трети МФ. Две трети НФ. Угу. Единица на эпсилон. И расходимость единицы на эпсилон. Да? То есть вот так выглядит расходящаяся часть. Да? Видно, что, смотрите, на наш контур-член. Да? От НФ, от НФ зависит только фермионная петля. Правильно? Следовательно, вот все вот это выражение, оно и в контрчлен перекочует. Только как оно там будет выглядеть? Вместо минус q квадрат мы что должны будем написать? Вместо минус q квадрат что у нас будет стоять? Минус m квадрат. Просто μ квадрат. μ квадрат. Μ квадрат, да? То есть видно уже, как выглядит кусок контрчлена, который сокращает члены СНФ. Правильно? Ну, да. Видимо отсюда. Хорошо, посчитали эту диаграмму. Диаграмму уже посчитали. Вот она выглядит вот так. Я так не знаю. А, введите там рамочку куда-нибудь. Спасибо, Кирилл. Немедленно движемся. Давайте вот это посчитаем и на этом все это закончим. Хотя я хотел сегодня сделать еще минут 10. Так, Николай, найдите. Духову. По фермионной вопросы есть какие-нибудь? Мы по сути повторили то, что мы делали, только стирайте. По сути повторили то, что мы делали в электродинамике, которое было в более простом варианте. Мы расходящуюся часть посчитали, да? И сразу использовали, что у нас поперечная структура выделяется. Да? Вот. А сейчас будем считать духовую диаграмму. Я напомню, как у нас выглядят правила Фейнмана. Да? Вот если у меня есть духова вершина, где течет импульс Q, край L, это А, допустим, СЗ, да, духова вершина, это есть минус ИЖ, генератор присоединенного представления, то есть это А, СЗ, да, на втекающий. Ну или вытекающий импульс, если не важно, только везде одинаково надо. Допустим, втекающий импульс. Или, то есть в духовой вершине пишем втекающий импульс везде. Да? То есть L mu. Вот у нас духовая диаграмма, да? Чему она равна? А пропаганда в духах обычной скалярной? Обычная скалярная пропаганда. И делить
и делить на n в квадрате. Вот. Здесь будет и делить на n плюс q в квадрате. Так, ну у нас получается... Ну, хватит, прямо по другим фермионам по-моему минус единицы, да? Для своей статистики, для наших примитивов, дополнительные минус единицы. Ну, мы уже в квадрате. Угу. Что вам будет стоять? Так, дальше немножко матричный элемент. Соответственно, у нас будет два таких. Ну, пишем вершину углы, второй. Потом пропагатор будем писать. Стрелками сейчас напишу. Стрелки. Так. Левую вершину вытекает. А, плюс. Т. А. СТ. Угу. Так, ну и Эльмута. Мы пишем втекающий нуклей, да? По стрелке вершину. Угу. В правую вершину. Так, в правую вершину там у нас... Втекает какой-нибудь... Соединю. А, нет, втекает. Втекает L плюс Q. Мы в правую должны зафиксировать, что мы пишем. Либо то, что втекает по стрелке, либо то, что вытекает по стрелке. Ага. Да? Мы договорились, что то, что втекает, пишем. Угу. То есть у нас получается... Соответственно... L плюс Q. Ну и генератор, да? Так, а соответственно здесь у нас B стрелка будет. У вас минусы световые какие там были? А, С, Д, да? То есть А, вот это был С, вот это Д. То есть было А, С, Д. А здесь будет А, Д, С. Б, Ж, С. Б, Д, С. По часовой стрелке, да? Движемся, допустим. Обязательно по часовой стрелке. Ага, B, D, C. Ага. Это мы написали вершину, теперь пропагатор вообще. Обычный скалярный пропагатор. И на минус квадрате, да, плюс квадрат. Еще минус не слово. Да, мы сейчас поймем. Так, минус один. А, то, что петля, да? Да. Духовая петля, она дополнительно минус один сюда содержит. Из-за... А, ну вот просто круто. Давайте так не делать, давайте хорошо. Потому что это потом, если где-то ошибку совершите, вы заплатите. Тетрадь можете как угодно делать, а здесь лучше аккуратно все делать. Угу. У вас два пропагатора. Так. Здесь один пропагатор, здесь другой пропагатор. Зачем? Мы не будем сказать. Нет, мы хотим. Я подчеркнул здесь, что здесь мы из кэда знаем, что здесь поперечная структура образовалась, да? А здесь мы это хотим явно проверить. Давайте это проверим. Мы хотя это и вывелись тоже из словного термина, да, что структура будет поперечная Q. Да? Если нет внешних импульсов, то такая структура одна, ровно одна. Если бы была какая-нибудь кривая калибровка с внешним калибровочным вектором, то поперечных структур могло быть много. Да? Но здесь она одна. Да? Вот мы в конце убедимся, что действительно выделяется такая структура. Да. Все, считаем. Да. Считаем. А давайте с цветовыми множителями разберемся. Вот эти надо просто вынести. Ну, может, мы скажем, чему они равны? Мы это считали с вами на семинаре, когда цветовой алгеброй занимались. А, в смысле, когда есть их? Угу. Вот Т, генератор присоединенного представления, это есть минус и F, F, да? Да? И что здесь стоит? Здесь фактически стоит F, свернутая по двум импульсам, правильно? Это что такое было? Дельта, это было дельта от B и с каким коэффициентом? Минус. Минус. Что минус? У вас стоит от первого будет F какой? A, C, D, от второго будет F, B, D, C, минус I на минус I даст минус, да? Вот такая сверху по двум индексам, чего она?
Здесь центр, а здесь да, ДЦ. Да, вторая, по-моему, почему у нас вторая? Минус могу запихнуть в перевертывание этих индексов, двух местами поменять, да? И будет свертывать ДЦ. А, куда спадать? Дельта на что? Дельта. На что? Нет, сверху изменяли, когда у вас фермионы есть. А здесь фермионов нет, здесь у вас чисто глионы. Это не CF, это CA называется. CA. То есть это фактически здесь что такое стоит? Если индекс C написать вверху, то здесь стоит TC, TC, да? Матричный элемент, какой там? АБ, АБ, да? В этом он сочетает элемент. ТЦ, ТЦ это оператор Казимира, правильно? То есть поэтому разумно эту сверху называть оператором Казимира в присоединенном представлении. И это число мы с вами нашли, просто явно вычислили. Сверху 2F. А? Просто NC, да? CA равно NC, число цветов. Пишем. Дельта АВ РЦ минусом. Да, ну сначала Смит вот эти минусы сокращаются. Сокращаются. Минус от квадрата. Да. Минус от квадрата. У нас будет 1. Да. РЦ. На дельта АВ. Так, Ж в квадрате остается. Ж в квадрате. Этот интеграл по фейму мы только что собирали. Сразу пишем результат. Кирилл только что его писал. Да? То есть интеграл по dx, а то я немножко может интеграл по дельта. Да. Мы можем сразу написать алюминию, потому что второй точно не занудится. Нет, не занудится вообще. Что там занудится? Не знал, не такого типа. Я же полный квадрат еще не видел знаменатель. Только когда я избавлюсь от линейных членов знаменателя, когда полный квадрат здесь выделил, тогда занудится. Нужно сначала выделить полный квадрат, а потом уже отбрасывать линейные члены этих людей, да, Кирилл? А, да. Что там было? Интеграл от x, да? От меня до единицы. От меня до единицы. Угу. Там было вообще так, нет, там было a плюс x куб, правильно? A плюс x куб, все в квадрате. А, посадка. A плюс x куб. Я имею в виду уже с выделенным квадратом, да? А. Минус, минус, минус x, x, ну, в скобочках. Минус, минус x, x чертой. X, x чертой, и в квадрате. Ну, в квадрате, да. И все это в квадрате. Нет, изменяется в квадрате. Да. Да. Числители, я думаю, в плюс. Это Кирилл 10 минут назад по фильму собирал, да? Угу. Вводим новую переменную. L плюс Q обозначим за... Так, там мы L плюс Q обозначили. L плюс Q обозначили за R, да? Тогда в числителе что будет стоять? Отдельно числитель напишите где-нибудь? Да, не знаю, вот здесь, например. Давайте. Отдельно числитель пишем? Да. У нас, соответственно, L это R минус X. Ага. Так, а здесь будет R минус X или еще плюс Q, то есть это будет минус плюс X чертой Q. Ага, R плюс X чертой Q. Правильно. R плюс X чертой Q. Да, да. Ага.
Вот здесь уже, Кирилл, вот здесь вот, мы уже можем оставлять только квадратичные и нулевой степени члены, а линейные выкидывать, потому что... Это вот по вот этому, то, что... Угу, по вот этому свойству. А квадратичные, соответственно, члены можем сразу заменить на... Заменю. Заменю, как вот так, да? Давайте теперь переписываем нашим квадратичным уравнением. Интеграл равен, да? Альфа это у нас двойка. То есть это будет минус 1 в кубе, это будет минус 1. Здесь минус 1 дополнительный, да, потому что минус 1. Ага. Дальше еще вот этот дополам, который буквально. Гамма. Гамма от чего? 1 минус d пополам. Ну а что такое будет, если через эпсилон? Гамма минус d пополам. А, эпсилон у нас сейчас. D на 4 плюс 2 эпсилон. 4 плюс 2 эпсилон. Да, то есть d пополам это 2 плюс эпсилон, то есть будет эпсилон минус единица. Минус 1 минус эпсилон, да. И гамма от минус 1 минус эпсилон. Ага. А здесь гамма от альфа. Гамма от единица. Да. И стоит дельта. Ага. А, дельта от того же. Давайте ее вот так напишем. Дельта в степени... 2 минус d пополам и в числителе дельта. Понимаете? А, и там на дельта. Угу. То есть здесь это будет просто дельта. Здесь дельта это степень минус эпсилон, да. Так. И второй член, он идет со знаком минус, да? Минус x еще только мы минус. Минус x шестой кумикуни. И интеграл считаем по первой формуле, да? Идеально по одному пункту. И минус единицы тут не будет. Угу. Да.
единиц, то есть это будет гамма плюс эпсилон. Гамма плюс эпсилон, да. Поделись на то же, что там, это степень минус эпсилон. Отлично. Вот. В принципе, можно до конца засчитать. Опять по x, здесь стоит дельта в степени какой-то либо 1 минус эпсилон, либо минус эпсилон. Бета-функциональные интегралы возникают. То есть можно точно до конца проинтегрировать, да, никаких сложностей нет. Но нам это не надо, нам нужно только расходящаяся часть. Давайте. Собственно, сверху можно постирать, мы на сегодня уже закончили. Больше потом говорить не будем. То есть пишем, что такое расходящаяся часть. А тут можно собрать. Вот это вот для пополам, мы можем на гамму как разберем. Ну, здесь можно, во-первых, посокращать много, или вы что имеете в виду, кого с чем собирать? Здесь структура-то разная, здесь же у меня здесь кумир-кумир. Нет, я имею в виду тоже, что это гамма от минус эпсилон, а не гамма от минус эпсилон. А, в этом смысле? Нет, ну конечно, да. То есть, нас от тех частей, которые приедутся на стремящейся аудитории, расходятся, так? А ну давайте вот Саша предложил, чтобы здесь одинаковые гаммы были. Как сделать одинаковые? А, ну здесь можно сделать гамму минус 1 минус эпсилон. Ну вот это мы знаем, гамму, вот эту гамму мы знаем. Давайте вот эту приведем к той. Что надо сделать? Так, ну у нас... Сейчас я... Что здесь минус 1? Минус эпсилон, это просто гамма минус эпсилон прикрывается. Гамма минус эпсилон. Не. Нет? Это как-то сильно сильно. А, на минус 1 минус эпсилон. Минус 1 минус эпсилон, да. Минус 1 минус эпсилон. Угу. Да. Что? Вот это вот минус 1 минус эпсилон. А я не хочу ему через г это писать. Тогда мы сократились. А зачем? Что сократится? Ну, что с чем сократится? Ну, может, д пополам. Да пополам оно отдельно сокращается. Оно уже сократилось, все, его нет. То есть здесь стоит гамма от минус эпсилон, да, поделить на минус 1 минус эпсилон. Да? Правильно? Вот. Все пишем, чему равна расходящаяся часть. Расходящаяся часть от ИН ню В. Да? Пишем. Аккуратно все минусы должны сейчас собрать. Вот гамма от минус эпсилон, мы с вами знаем, что это такое, да? Это минус единица на эпсилон. Вот. И вот еще один минус. Ну давайте аккуратно сейчас выписываем за скобки. Так, ну то есть... выносим из квадратных скобках. Ага. Гамма от минус эпсилон, она превратится в единица на эпсилон. Так. Вот С. Еще можно тоже вынести. Это квадрат на 4π в квадрате, да, можно вынести. Да, 4. А, да, тут 4π в квадрате. Угу. Мы уже d, где сингулярности нет, там мы d полагаем 4 уже, да? Так. И можно вынести еще, да? Она вообще здесь и здесь. И это, да, еще есть и тут. Угу. Я, кстати, еще вот минус вот этот тоже вообще. Сейчас с минусом, здесь много. Вот здесь минус, здесь минус. А, да. Здесь тоже минус в дельте. Дельта это главное. Минус, да. Еще дельта квадрата. Поэтому сейчас аккуратно все. Скобочка. Интеграл по dx, да? Интеграл по dx. Так, а здесь мы можем уже дельта по эпсилон из n нулю. Да, вот дельта в степени минус эпсилон мы можем положить равным нулю, да? Да. А вот эту дельту все-таки оставим. Давайте открывается скобочка и смотрим, что там есть. G-меню. Здесь было G-меню. G-меню. На минус единицу. Вот это минус единицы из интеграла. Да? Дальше еще одна минус единица из преобразования гамма-функций. И еще одна минус единица из того, что дельта это есть минус x. То есть мы просто дельта расписываем? Да, дельта расписываем. Сверху квадратик. Пополам. Пополам оставалось еще вот это пополам. Да. Угу. Все. Все остальное у нас было. Все. А тем, сначала напишем минус единицу. Вот это мы, у нас все ушло. Все вынесли. А просто получится. Осталось. Да. Угу. Кумир. Ой. Ну, в смысле, так. Угу.
Все считаем интеграл, видно, что интеграл из по x тоже отфакторизовался. Так, сейчас мы что-то посмотрим. Вот еще. Интеграл по x здесь один и тот же, здесь и здесь, да? То есть просто уносится структура. Интеграл по x. Интеграл по x. Не слышишь, чего это равно? Так, сейчас. Тут еще был минус общий. Минус был общий. Так, как минус будет? И всю структуру тоже можно вынести. Да? Уже не пополам минус, плюс, плюс, плюс. Уже не минус, пополам на квадрат. Минус и на эпсилон. Минус и на эпсилон, да. Так, еще одна шестая. Угу. На шесть эпсилон. Да, теперь. Обратите внимание, что отдельно двухого диаграмма не привела к поперечности, она не поперечная. Поперечность становится только в сумме духовой диаграммы и миллионной диаграммы. Знак какой? Почему минус? Минус, ну, тут, тут плюс, да. Тут плюс стоит. Да, 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 да. Ну, и давайте, посмотрите. Здесь было дельта в степени эпсилона знаменателя, да? Дельта в степени минус эпсилона знаменателя. Может, для приличия размерность тоже будем с собой таскать, так как в предыдущем интеграле. Напишем, что там будет. Минус по квадрат в степени эпсилона, да? Вот для расходящейся части можно писать, можно не писать, но давайте в зависимости от двух квадрата все-таки будем удерживаться. Да? Вот там был знаменатель, дельта в степени минус эпсилона. Да? Он дал вот такую зависимость от двух квадрата. Да? Вот это мы посчитали вклад духовой диаграммы. Она не поперечная, как мы видим. Видно, что поперечность воспроизводится довольно сложным образом. Не по отдельности в духовом биомном секторе, а только в сумме, как мы видим. Все, на сегодня давайте закончим. Когда мы в следующий раз снова увидимся?